Всем привет, гости, зрители моего канала, с вами Эрникс, и сегодня же я наконец-то пройду испытание в соло ШД. То есть, вот такое у нас испытание будет, нужно сделать 10 побед. И сегодня попробую пройти, как раз до окончания осталось 3 дня, и я думаю, я успею. Ну что ж, погнали, давайте же начнем тогда, давайте посмотрим, что тут новое. Так, какого же персонажа? Сейчас у нас тут карта «Опаленный камень», давайте же посмотрим, какая тут должна быть карта. Так, нормально меня видно? Да, нормально. Итак, давайте попробуем, возьмем, наверное, Макс. Либо же можно попробовать взять... Я не знаю, давайте попробуем взять Макс. Так, где она? Я не вижу ее, вот она. Итак, давайте же попробуем. Не знаю, так... Какие гирсы взять? Давайте щит и... отхил. Да, щит будет выгоднее. Ну, давайте, погнали. Все равно нам, что нам ждать. Поэтому погнали. Так. Итак, давайте же. Давайте заберем пока банку. Со щитом будет выгодно, так как, вот видите, у него щита нет. У него хп убирается. А у меня хп не убирается, так как у меня гирс. Я могу, ну, в целом живу вечно. Вот, видишь, не попал. У него хп что убирается. Так, 9 человек. Мне надо собрать банки. Потому что без банок я никто. Ну все, отлетел. Так, отлично, 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 отлично. Баночки собираем, собираем, собираем. Так, я не должен подпустить, чтобы нам по мне нанесли урон. Я не должен этого допустить. И у меня гирс не откатывается, это тоже очень плохо. Так, все, отлетел. Отлично. А, ну все, я уже прошел 4 человека, осталось 3 человека. Отлично. Так, Бастер. Ну, у Бастера уже очень мало хп, я этого буду пытаться как-то что-то с ним сделать. Решать эту проблему. О, все, они пошли батлиться. Ну все. Давай, иди. Да, окей, молодец. Ой, ну все, первая победа, это было очень легко, так что нормально. Так, забираю награду. Другая же карта, нет. Ну, погнали тогда на этой карте еще раз тогда сыграем. Итак, карта, катка началась. Погнали. Так. Забираем, забираем. Все, собрал ворон. Не хочу на него быковать. А вот Фрэнк это хорошая добыча. Я могу отхиляться об него. Я ему нанес немножко урона. Поэтому пока что играю с ним. Так. О, нанес немного урона, отхилял себя. О, давай с Фрэнком затимлюсь. Окей, все. Я затимился с ним. Так, мне стрёмно. Отойди. Я начну стрелять. Не, отойди, блин. Так, этого Фрэнка будем. Конечно. Ай-яй-яй. Блин. Нормально. Топ-4. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Топ-4, по-моему. О, отлично. Все, я выиграл. Я сначала не вдуплил, выиграл ли я. Так, все, отлично. Нормально. Так. Нормально, нормально. Блин, это же другая карта. Я перса не выбрал. Тут надо джина брать. Тут 100% надо брать джина. Это инфосотка прям. Ладно, давайте за Макс сыграем, потом за джина возьму. Тут очень стрёмно, потому что... А, ну он сейчас откинется. Это будет 8 человек. Ой, сейчас бы самому не откинуться от кольта, у него дальность высокая сильно. Дедина. Мне надо хп откатить, у меня уже урон идет. Ой-ой-ой. Так, мне бы как-то на динамайка начать. Рашить. Давай попробуем как-то. Вот! Ой-ой-ой, отлично. Да ты шо? Ой, блин, 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 блин. Я случайно на... Короче, автоатакаю.
Так, 5 человек, еще одного надо убить. Блин, бедный Динамайк. Мимо. Ну все, я его убил. Так, отлично. Теперь надо, ну, этого Динамайка-то оно убьет, но у нас проблема в том, что Пэм. Ладно, пойду умру. Все равно я уже выиграл. Ну, хоть попробую. Ну да, ладно, это бессмысленно было. Все равно я уже выиграл, поэтому мне как-то нечему переживать, так как я уже выиграл. Все. Так, дальше мы не паримся. Идем дальше. О, кстати, 800 кредитов у меня будет спайк. У меня один перс не разблокированный, который именно не хроматический. Блин, я опять Макс взял. Да ёкалы. Ну ладно, я не трогаю Биби, ладно, уже нормально. Так. Ух. Так, меня нормально видно? Да, нормально. Может даже вот так сделать. Ладно, оставлю так. 7 человек. Ой-ой-ой. А, Динамайк меня хотел закрысить. Ах ты. Я с этой затимился. Не, я ее не трогаю. Я ее не трогаю. А вот так я сделаю. Все, у меня ХП есть нормально. А вот, блин. Ай-яй-яй. Да, все, нормально. У меня ХП есть в целом. 4000, по минус 80 ХП. Это нормально. У него меньше. У него меньше. И он меня хочет сейчас давит. А, нет, все. А. Ну, нормально. Топ-2 это не топ-6 или топ-5. Топ-5 это ж не дают. Так, какая карта вообще? А то я завтыкал. Ну тут, так, давайте заберем, что тут у нас. Ну тут давай Биби попробую взять. Или Честер. Хрен его знает. Давайте пока Биби попробуем. Ну тут очень много персов, которые будут идти. Так, давай щит возьмем. Этот щит и отхил. Все, отлично. Я взял отлично. Биби хорошо идет на именно на призрачный режим. Так, сколько уж? 7 минут видео идет. Ничего себе. Так, давайте используем вот этот пинчик. Ах ты, шляпа! Надо сразу отхилять себе. Ненавижу. Так. О, от души. Ага. Ах, пока. Пока. Все, пока, братишка. Не на того ты напал, братик. Ай, что с интернетом-то? Отхиляем себя немного. Ай-яй-яй. Мне не с кем, блин, мне некак. Ну, сейчас я использую еще один гаджет, чтобы отхиляться. Ну, толку мне от него-то. Ну вот. Там, ну, я на него не нападу. Ну, бред, я не знаю, что мне делать. Сейчас убьют... Ну, вот. У меня, например, еще вот. Сейчас 5 человек, у меня 4 хп осталось. И мне некак отхиляться. Блин, говняный перс. Говняный. Бы не отлететь сейчас еще. Вот это еще проблема. О, все. Туда его. Нормально, нормально. Топ-4 это не топ, как там был топ-5. Это уже не топ-5, поэтому это отлично. Так. Давайте заберем еще раз. Сколько? 640 монет. Ай, не, не хочу, я не хочу, не хочу. Так, давай кого-то другого возьмем. Меня напрягает этот. Давай возьмем Честера. Вот мне он сразу понравился. Давай возьмем на... Отхил бесполезно. Давай возьмем это. Так, вот это. Добавляется еще один этап. Вот это да. Оставим вот это, потому что это будет очень, ну, подходящее, так сказать. Фух. Так, опасненько, опасненько. Блин, воробушек, ладно. Ой, проблема. Так, давайте. А, он еще не пошел забирать банку, ну ты издеваешься-то. Где он? Мне ссыкотно, чтобы он не начал сейчас. Вон он, задолбал. Ладно, не буду я его забирать. Не хочу я наморочиться с этим ядом. Давай затимимся с этим.
Ой-ой-ой. Ой, отлично. Ой-ой-ой, отлично как. Блин. Вот это не отлично, вот это не отлично, вот это не отлично. Попал, 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 попал. Блин, он отхиливает. Он отхиливается. Мне надо где-то срочно надыбать ХП. Очень срочно. Срочно, срочно, срочнее. Некуда. Убил. Убил. Отлично. Отлично. Отлично, отлично. Отлично. Ой-ой-ой. А кто тут у нас? Вот все, отлетай. Отлетай в лобби. Блин, ненавижу. Туда его. Да все, отлетаю. Ну ладно, нормально. Это уже хорошо, отлично. Я даже хотел бы сказать. Четвертый этап. Сколько тут всего этапов? Подожди, подожди, сколько тут? Не туда. Сколько тут? А, еще 4 победы. Так, ой-ой-ой, Джин. Берем Джина. Джин, Джин, Джин. Билли Джин. Так, опа, все, отлично. Возьмем это и возьмем щит. Потому что тут, ну, так сказать, так, волшебная рука. И это, ну, давай это возьму. Все. Стремно. Очень опасно. Ну, хоть у меня еще 4 победы. 4 победы. Да, мне будет так лучше слышно. Да ладно. Так. Как мне нормально видно? Хорошо. Возьмем-ка Джина. Ах ты, ах ты. Вот я не понимаю, как-то оно у меня не бесконечно. Я видел постоянно, раньше было бесконечно. Так, нормально. Пока что одна банка, это хорошо. У меня... Ай-яй-яй-яй-яй. Все, ладно уже. Так. Спайк. Блин, спайк это проблема. О, да. Давай. Кинем пину. Все, я затимился с ним. Не забирай. Ну, забрал, ё-моё. Ну ладно, у него 7 банок, это отлично. Он будет моим партнером. Мне надо ХП взять, где-то ХП взять, ё-моё. Ну блин, а нет, 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 так, все, 5 человек, это очень опасно. Мне надо, все, отхилялся немножко, немножко отхилялся. Так, будет легче сейчас. Ой-ой-ой-ой, все, просто жить, просто жить, просто жить. Просто жить. Просто живем, просто живем, просто живем. Есть, все, отлично. Нормально, это живем. Лети на него. Так, все, отлично. Лети еще раз. Отхилялся. Ну ладно, нормально, нормально, нормально. Топ-3, топ-3, отлично. Так, забираем подарочек и идем еще раз за Джином. Мне очень понравилось за него играть. Очень понравилось. Он отхиляется. В любой момент, когда у тебя мало ХП рядом, очень далеко даже кто-то есть, но ты, он в зоне твоего зрения, поля зрения, но ты его можешь нанести урон. Это просто отлично, я так скажу. Итак, давайте так, забираем вот это, забираем. Фух, так, опа, отлично, забрал. Ах ты шляпа, блин, а я, ну я ему нанес немножко урона, у него меньше, чем у меня. Он проблемный гад, еще тот. Я не знаю, где мне сейчас ХП искать, ворон вот, давай затимимся. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, блин. Капец. Ну и что мне с тобой делать? Есть! Я его убил! Это так было опасно! Ты не вы не представляете, как это было опасно! Я вот сейчас именно к тебе обращаюсь, смотрю прямо в вебку. Туда! Есть! Я забрал еще одного. Все, это просто гений. Гений, гения. Все, еще одного забрал. Давай топ-1 уже заберем. Ну ладно. Нормально. Нормально. Пока что идем отлично. Я даже скажу. Отлично.
Так. Какая карта? Ой-ой-ой. Я даже не знаю, кого взять. Давай грифу возьмем, реально. Так, берем обязательно щит и быстрая перезарядка. Выбрасывает. Не-не-не-не-не. Тут будет очень полезно вот этот гаджет, если, например, там карта, когда могут зажать с двух сторон, и ты будешь за стенкой. Я могу сломать эту стенку. Вот, сейчас увидите, вот здесь стенка. И она очень меня может спасти. Так, я аж без скорости, да. Ох, блин. У меня хп нету, ё-моё. Капец. Блин, мне надо хп искать. Быстрее, хоть это сломаю. Это сломаю, будет плюс немного хп. Это сломаю, хп будет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Все, 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 чуть-чуть, чуть-чуть есть хп, чуть-чуть есть хп. Чуть-чуть есть. Так, хорошо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, плохо, плохо, плохо. Опа! Все, забрал, забрал, туда его. Все. Это было так опасно, вы себе представить не можете, как это было опасно. Гриф просто имба. Я заберу его. Туда его. Я даже... Ой-ой-ой-ой-ой. Туда. Все. Это просто гениальный перс. Он тут идеально идет, хоть я и опасно был. Ах ты. Ну ладно, хрен с ним, мне как-то уже не принципиально. Это дизы кидает для дизморали тупо. А он не дает, чтобы я... Он не подпускает к себе. Мне все... Я забрал все. Я топ-2, и это последняя победа мне осталась. Да, последняя победа, ребята, последняя. 17 минут видео. И оно будет очень долго монтироваться. 17 минут видео, подумаешь. Так. Если сейчас я не сольюсь, будет отлично. У меня вольт, вот это у меня очень сильно нанес боли. Это вольт, вот гриф, еще один гриф. Ах ты. Я не знаю, как тут сейчас поступить, но он забрал мою банку, мою ковнюк банку. А, то есть меня киданули? Ясно, ясно. Я даже понял, отошел назад, и я его закрысил. Туда просто. Я испугался. Вон Леон, я его чуть-чуть, ну, хп я взял у него немного. Ой. Ой, я Леон убил. Блин, ладно. Так. Что делать? Что делать? Ай-яй-яй. 5 человек. 5 человек. И я ухожу в дым. 5 человек. Забрать. Все, все. Все, я прошел чемпион. Я думал, это будет сложнее, ребята. Ну, это реально было легко. Я его очень быстро прошел. С нулью поражениями. Ноль поражений я прошел. Поздравляю, вы прошли прохождение. Кайф, ты шо, кайф. Выиграл испытание. Спрей, ё-моё. Хотя, что мне этот спрей даст? Ну, просто как для самоутешения я получил. Каким пином? Я этим пином не пользуюсь. Вот тут у меня сколько пинов. Где он? А, вот. Я думал, будет сложнее. Ну, ребята, так скажу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Эрникс. 10 тысяч подписчиков до конца зимы. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.